Эй, ты! Не спишь? Ты нарушитель границы, так? Надо ж тебе было налететь прямо на имперскую засаду. Они и нас поймали, и ворюгу этого. Проклятые братья Бури! В Скайриме было тихо, пока вас сюда не принесло. И империи ни до чего дела не было. Если бы они вас не искали, я бы сейчас украл вон ту лошадь и рванул в Хаммерфелл. Эй, ты! Нам с тобой здесь не место! Это за братьями Бури империя охотится. Мы сейчас все братья и сестры по судьбе, ворюга. А ну все заткнулись! А с ним-то что не то, а? Попридержи язык. Перед тобой Ульфрик Буревестник, истинный король Скайрима. Ульфрик? Ярл Винхельма? Но ты же вожак восстания. Если тебя схватили... О боги, куда нас везут? Я не знаю, куда нас везут, но... Сарнгард ждет. Не, не может быть. Я сплю, я сплю. Эй, Конокрад, а ты из какой деревни? Тебе-то что? Последние мысли Норда всегда должны быть о доме. Рорикстед! Я из Рорикстеда! Здравия желаю, генерал! Палач уже ждет! Хорошо, покончим с этим. Шон, Мар, Тибелла, Кинарет, Акатош! Боги, пожалуйста, помогите мне! Смотри-ка, генерал Тулий, военный наместник. А с ним, похоже, талмарцы, проклятые эльфы. Наверняка это все они подстроили. Это Хелген. Был я как-то влюблен в одну девчонку из этих краев. Интересно, Вилот еще варит мед с можжевеловыми ягодами? Когда я был мальцом, мне казалось, что нет ничего безопаснее имперских крепостей. Скорее в дом, малыш. Почему? Я хочу поглядеть на солдат. А ну домой, живо. Да, папа. Эй! Выводите их из повозки. Живее! Почему мы остановились? А ты как думаешь? Приехали. Пошли. Не будем заставлять богов дожидаться. Стойте! Мы не повстанцы! Прими смерть с достоинством, вор! Скажи им правду! Мы не с тобой! Это ошибка! Когда вызовем, делайте шаг вперед!